Теперь он у нас тоже больной. Хотя они, в принципе, что, здоровье когда-то были, что ли? Привет, дорогие чуваки, чувихи и чувырлы. Ну и в этой серии вы будете стикманами. Если у вас пошли вопросы, что это за чувак тут нарисован? Люди! Я Гитлер! И киса какая-то новая нарисована. Я вам отвечаю, то что видосы записал на... Не секрет для меня... О, что я за оповещение? Эй, не по плану, не по плану. Вот так хорошо. Что хотел сказать? В общем-то, записал я на мамином телефоне, для меня это не секрет. И у меня появился новый... Твой огурец. Вот он. Там долгий видос, скучный видос, я его не могу перекинуть сюда, очень много морок. Решил перезаписать его полностью. Тем более, тот видос наполовину смонтирован, там много информации лживая, потому что она из прошлого, давнего. Да, эту игру, как и Age of Empires, я забросил на месяца два, потому что я дебил и стримил очень-очень много. Много раз приходилось перепроходить. Так, зайку нам бессмысленно спасать. Пошли сюда. Вот, тут бочечки у нас нарисованы. А почему... Ну да, они нарисованы, в принципе. А тут у нас ничего нету. Скорее всего, там что-то было. Но я опять же не помню. Тут у нас намек на то, что драконы дерутся. То есть, типа... Драконы, деритесь! Не нападайте на меня! Приходится. Вот тут был пазлик, видите вы, наверное. Там видно, короче. Не-не-не-не. Сейчас я его освобожу, а потом мешать будет 3 часа. Не-не-не, так не надо. Я за игру ни разу не нарисовал нормальный ключ и топор. Ну ладно, в принципе, я думаю, вам должно быть пофиг. Нет. Давайте летите сюда оба. Быстрей! Быстрей! Нет. О, слава богу. Ты, господи, ты кто? Интересно. Чё ты оттуда летишь? Интересно. Я тебя даже не расковырял еще. Интересно. Это красное яйцо. Красное яйцо. И синее яйцо. Синее яйцо. 2 яйца. Красное яйцо. Так. А у вас сколько яиц? 24. О чем вы подумали? Братан, знаешь, о чем я подумал, братан? Если твою ногу, типа, отрезать, будет ли больно? Не буду вам этой теме гнать. Вас. Пофиг, короче. Гениально нарисовал облако. Говорите в аду. Говорите в аду. Подонки бессмертные. Подонки бессмертные. Давай. Бум! Драка века! Тоже победит. Тебе можно поджечь, кстати? Не вот и... Это что такое? Так, что мы там хотели? Бабочку поджечь. Ну, бабочка... Значит, драконы страдают от огня, зомбаки, вы поймете, какие, страдают от огня, а главная бабочка у нас пофигист. Ну, в принципе, как я. Так, тут, по-моему, ничего полезного нету. Тут дракошу нужно отвлечь. Она сейчас сюда прилетит и мне наваляет. Беги! Нет! Не получилось, не фартануло. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Чё? Так, тут, в принципе, можно срубить. Давай, руби. Руби. Ещё раз руби. Вот так, молодец. Что тут нас ждёт? Паучки, вас нужно полить. Ты лети сюда не сейчас, пожалуйста. Тут есть выход, в принципе, в него мы и убегаем. Крепость Зарпа. Зарп, кто не помнит, наш главный враг. Полетели к пчелкам. Что ж, вот мы здесь. Прилетели на воздушном шарике, значит, в прошлый раз, да? И вот наш шарик лопнул. Хотя, почему бы нам не, на нем не прилететь дальше, подумайте вы.
Ну, как вы видите, это да, он просто взял и сломал воздушный шарик. Вот еще один цветочек. Какой-то сундучело, не помню, что он делает. Ага, цветочек. Еще. Ой. Вот так вот. Что ж, вот все пчелки ушли, или не, они не здесь стояли, я не помню на самом деле. Но, в принципе... Логично. Подрываем тут динамит, убегаем. Так, бежим. Цыплята, что с ними делать, я не помню. А, они будут от нас бегать, и мы будем их ловить. Я все-таки обязан вам это показать, я знаю, что будет. Так, они, наверное, убегут сейчас туда куда-то. За это вам ничего не будет, сразу говорю. Ну и тут выскакивает красочка. А ну значит все, бежим туда, в крепость, в зарпа. Не думал, что этот уровень такой короткий на самом деле. Прям скоротали его жестко. А, вот, наконец-то. Так, давай. Что ж, а это что такое? Я не очень помню. Тут какой-то динамит я вижу. Я вообще взрывал? Да не вспомню сейчас. Опять же. Не того. Не, все в порядке. Зачем это мне только? Вот один вопросик. Непонятно. Динамит какой-то запрятался. Непонятный. Так, что ж, теперь бежим к тыковкам. Рип. Так, теперь нам нужен ключик. Да ну! Ой, это кто? Давай нарисуем нормальный ключик. Вот примерно такой. Открываем. И бежим к зомбакам. Так. И что мне с тобой делать? Уходи. Уходи, говорю. Все, молодец. Что ж, зомби у нас зомбируется. Ну ладно, пофиг на это. Их точно нужно зомбировать, скажем так. Он на огонь злится. Фух. Уйди, все. Это нам не нужно. На данный момент. Так, теперь нужно открыть здесь решетку. Нарисуем топорик. Вот такой вот. Пых, пых, пых. Так, и теперь нужно его поджечь. Правильно? Правильно. Теперь он у нас тоже больной. Это печально. Да. Так, открываем. Открываем. Хотя они, в принципе, что, здоровые когда-то были, что ли? Стопочки. Мы их обязательно потушим, скажем так. Стоп, 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 стоп. Потушить почки? Почки, чё? Так, тут зомбак идет, он нам не нужен, он нам помешает. Не верни. Так, и теперь открываем вот этот вот, скажем так, огонь. Зомби бегают вокруг. Я думаю, этого достаточно, чтобы насладиться кофе. И уйти в отпуск. Кстати, народ, когда у меня выйдет, не знаю, короче, не, я хотел сказать то, что около 70, когда у меня видосов будет, учитывая стримы, я уйду на отдых, но я не знаю, пока что стоит, нет. Но я просто, правда, устал жестко монтировать, это очень долго, это очень нудно, скажу честно. Так, и тут у нас выскакивала красочка. Да. Ну, нужно же вам все показать. Сходите вот сюда. Нужно было. И тут был пазлик, вот он. Нет, уйди, уйди! Уйди. Все, мы тут все сделаем. Быстрей, быстрей, еще быстрей. Еще быстрей, быстрее, чем быстрей. Все, замираешь. Ха, лох. В смысле? В смысле ты лох? Чё? Почему? Я так решил. Уйди! Уйди!
Уйди. 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 Все. Молодец. Мой огурец. Так. Что ж, теперь мы бежим дальше. В омлет дракона. Но мы его уже тоже прошли. Да. Слушай, мы все прошли? Уже? Уже? Здорово. В общем-то, народ, всем спасибо. В следующей части мы побежим вот в этот уровень. Мы побежим... куда? Мы прочитаем эту историю. Побежим вот в этот уровень. В общем, пройдем 3 уровня. Это что такое? Повторять вступление мы не будем. Да. В общем-то, с вами был Generic Games. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, нажимайте колокольчики, ну вы знаете. И напишите комментарий. Да. Что ж, еще раз большое спасибо за то, что смотрели. Удачного вам дня, народ. Пока. Space, space.